Привет, вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Хогвартс Наследие. Ну давай. Погнали. Так. Исследование, ручное сохранение, да. Нашел я одно испытание, где надо биться вообще. Решил. Не прошел, последняя волна оставалась. Последняя волна от последней волны. Это там, где кентавры лазили. Не смог. Надо капусту было там захреначить. Вот сейчас выращиваю капусту. Также задание Мерлина проходить надо. Да. Чтобы ячейки раскрыть. Все эти. Чтобы больше вещей влазило. Выучил заклинание. Это какое-то там царапины, короче, где обозначено. Еще бы... Название помню. Ревелио. Так. Теперь давайте посмотрим. Мне надо в тайную комнату в мою. Может там что созрело. А то я посадить-то посадил. Выручай комната. Давай чай-чай выручай. Кстати, дорогие мои подписчики, за вас. Спасибо, что смотрите. Это уже как у меня мое хобби. Уже все так интересно. Так, 2 минуты осталось. 1 минута. Осмотреть. А что ее осматривать? Ах, я ее выращу. Так, у меня так. Нет неизвестных. Так, надо столы. Здесь что у меня? Собрать. О, листья сладкой мальвы. Наконец-то. Хоть испытания эти буду проходить. Итак. Мне бы... Вот здесь что за стол? Так, у меня где-то... Подождите. Мне вот, чтобы красиво, мне не надо. Так. Изменить цвет? Нет, мне не надо изменить цвет. Так, а получается мне что надо? Так, тихо-тихо, лишнее не убери только. А, это не убирается. А это? Нет-нет-нет. Так. Не дай бог, это что-то здесь сейчас. Картины. На картины мне вообще насрать. Вот это я пока, ну как сказать. Не особо-то вы мне и мешаете. Ну, давайте посмотрим, что я могу создать. Так, зелье, большой выбор столов, как просто так, мне не надо. Вот эти что столы, готический стол для горшков идеально подходит, готический, а зачем мне готический? Ну-ка, подождите, давайте взглянем еще, что тут, ботанический стол для горшков идеально подходящий для выращивания 3 растений, для которых требуется средний горшок. Короче, надо развиваться. Ну, пока ладно. Пока ладно. Ладно, ладно, ладно. Семь минут. О. Смоковница, а я что-то ее не собрал, да? Так,
Ну давайте смотреть, что у меня выходит по заданиям. Задание. Так, хитроумные ключи, блин, еще, ну их искать надо, хрен знает. Эх, на них случайно нарывался. Так, летное испытание. Купите метлу в магазине Круголетка. Ну-ка, где это? Давайте на карту глянем, где это. Так. Так, ага. А интересно, сколько она стоит? Давайте посмотрим. Посмотрим. Все равно отсюда надо будет выходить, ничего страшного. Кстати, да, по поводу того, что я пишу с ошибками. Да, я пробую исправляться. Во-первых, по русскому у меня не очень, да. Хотя я ЕГЭ сдал нормально. Когда я ЕГЭ сдал, опять все забыл, как что пишется у меня с русским плоховато. С правописанием. Тем более в спешке, когда все это делаешь, не до мелочей тебе такие как орфографические ошибки. Хотя, по идее, да, согласен. И благодарен, как сказать, подписчикам тем, что они поправляют меня в этом плане. Вот. Как? Расту над собой. Пусть будет так. Ну давай. Мне интересно, сколько метла стоит? О, подожди, сначала мы сундук этот скроем. Ну-ка. Что за кимоно? Так, этим магазином управляет любезный Алби Уикс. Здесь продают всевозможные волшебные спортивные товары, включая новейшие модели метел. По городу ходят слухи, что Алби работает над рядом совершенствованных летных характеристик метел. Понятно. Рябиновый отвар. Так. Я хочу зелье купить. Там стол можно сделать, который будет готовить зелье. Там, сам по себе, как я понимаю. Hello. Здравствуйте, вы мистер Уикс? Алби Уикс, к вашим услугам. Welcome to Spin Witches. Apologies if you came by. Прошу прощения, если вы приходили и раньше не смогли сюда попасть. Моя лавка закрыта из-за потери торговых путей. Мне пришлось ехать в Лондон, чтобы встретиться с поставщиком. Я только вернулся. К счастью, не с пустыми руками, полагаю, вы подыскиваете себе новую метлу. Ну, естественно. У меня есть несколько редких тисовых ткачей. Что-то я не понимаю. Да, ну, там, видимо, виды метел. Они все исключительные, как по качеству изготовления, так и по летным характеристикам. Так. Ну давай, что вы можете рассказать о метлах, это потом. Так, похоже, у вас огромный выбор метлов. С вашего позволения, я осмотрюсь. Ну давайте смотреть. Я понимаю, скорости разные у метел и цены разные. Так. Идеальная метла для тех, у кого вспыльчивый характер. Заколдованная метла, которая демонстрирует вашу привязанность к родному факультету. Ну, не знаю даже. Эта метла из ясеня изготовлена очень искусно, но придает ей невероятную устойчивость. Стильная метла с ярким элементом в буквальном смысле. И удобная и быстрая метла с уникальным... Ага, понятно. Ну, короче, мне ее купить надо, но... И характеристики-то у них... Так, это что? Это продай. Так, это что? Это продай. Смотрите-ка, так, до 600 доберу. Тоже, видите? Хоть и уникально, но они все понижают мои характеристики. Не стоит это жалеть. А купить метлу... Купить метлу. Тогда я буду быстрее передвигаться. Ну, давайте попробуем купить стоимость. Так, купить. Давайте я к факультету, наверное. Так, ваш признак к родному факультету. Вот был бы какой-нибудь готический стиль. Там, вау, там. Удобная, быстрая метла с уникальным полетным дизайном. Так, идеальная метла для тех, у кого вспыльчивый характер. Ей невероятная устойчивость. Вот устойчивость, наверное. Хотя какая хрен разница? Давай устойчивость. Все, купил и купил.
минут. Вот так. Давайте. Проглядим, что у нас тут. Так, безусловно, по сравнению с тренировочными минутами, на которых вы летаете во время уроков, мадам Кодова, любая другая покажется достижением техники, а вы, кажется, заинтересованы в нескольких усовершенствованных моделях. Так, ха, я знал, что не ошибся. Вас, думаю, на небольших высотах вас вполне устроят летные характеристики любой метлы. Но, возможно, вы замечали, что если подняться выше, возникает колебание скорости. Уверен, что могу решить эту проблему. Мне пришла в голову парочка идей для зачарования, назовем их улучшениями, благодаря которым можно будет повысить летные характеристики. Поэтому мне нужно доброволец, который испытает метлу в полете и поделится опытом, чтобы я мог довести так. Понятно. Сообразительная девушка. Заброшенные маршруты полета. Какой ситуации можно собрать статистику полета, если победить в соревнованиях на лучшее время, приходите ко мне и расскажите, как вам метла. А, значит, надо постараться. Ну ладно, тогда я смогу добраться, подобрать первое улучшение. Почему именно я? Давай. Мне вот неинтересно, это, конечно, у кого... Кто видеокарта хорошая, могут слушать эти разговоры и там тляс отвечать. А у меня он, блядь, если он по 5 минут отвечает на вопрос, смысл спрашивает. Так что, самому в своей голове надо ходить. Давай, что там, хорошую скидку сделаешь, ага. Гонка на время тоже неплохое развлечение, отправляйтесь на площадку до Квиддича. Ага, так. Купите метлу. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Ну я купил. Мне надо зелье для стола. Вот, блин, зелье, как он? Вот сюда мне надо. Давай. Блин, по-моему, здесь, да, продают свитки. А, вот, кстати, в углу. А, ну пальцем ты что опять? Под цифрой 3 царапины, вот заклинание выучил, да. Can't help but admire Mr. Weeks's enthusiasm. Так. Давай посмотрим, сколько стоит стол. Что мне там копить надо? Давай, старый. Let's Господи, видите, прорисовка какая. Так, магический рецепт для зелья варенья в виде буквы Т. Ну, интересно, да, магический... Так, зелье варенья в виде буквы Т, он идеально подходит, чтобы удовлетворить все ваши потребности во время приготовления зелий. Для горшков с тремя средними горшками, с маленькими горшками, так. С пятью маленькими горшками, средний стенд для зелья варенья. Твою ж мать, так-то вроде недорого. Средним, с большим... Так, стой. Так, разбаки используются так... так. Материалов используйте его, чтобы при... Так, лунный камень. Наколдовывать преобразователь материалов. Для магических рецептов. Так. Прыгливый порошок. Блин, вот он. 3000. Да тут еще. Магический рецепт для кормушка для тварей. С игрушками для тварей. Место для нарезки. Я даже не знаю. Место... в виде растений, так что не забывайте следить за ним. Навозный компостер. Используйте его для производства удобрений, которые увеличивают урожайность растений. Ну-ка, у меня есть предметы? Нет, на продажу у меня нет предметов. Блин, ну так-то идея это хорошая была. Ну что ж, давайте это попробуем сначала на побочную миссию. Кстати, как метлу призвать? Сейчас и будем смотреть, как она призывается. Метлу-то я купил. Потому что, по идее, я могу летать здесь везде на метле. Ну, как я почитал в описании этой. Где она, твою ж мать-то? В описании, что это? Вот этой хрени. Ну, я так понял, что я могу летать. И то. Так, верховые животные. Так, двигаться.
Слететь вниз, бежать, идти, ускоренный рост, слететь, слезть, показать управление. Так, заклинание и действие. Так, это не то. Карта. Доступ к меню. Снаряжение, так. Круговое меню инструментов. А, выбрать наземное верховое животное, так. Блин, я что-то не понял, это, блин, как это подтвердить, так. Выбрать летающее верховое животное, выбрать метлу, 3. Вот видите, как-то 3. Как-то 3 выбрать. Я что-то маленько не понимаю. Это что у меня за зелье? Отпустите, чтобы использовать зелье Эрдус. Так, зелье, которое увеличит защиту выпившего. Может, я как-то не здесь это делаю? А может, не та 3? Нажмите, а затем 3, чтобы назначить метлу на круговое меню. Так, потом... Опа! Вот так! Так, смотрим, что у нас здесь. Вот с этой точки я могу, вот видите, говорю, посмотрел управление, запомнил, что было такое. Так, теперь. Я, конечно, мог и телепортироваться, но давайте уж. Я посмотрю, как это привязка метел или чего там. А, вот, я увидел, в правом нижнем углу желтая полоска накапливается. Это ускорение. Закись азота, блин. Так, ладно. Ревелио. Ага. Так. Так, подожди, меня вот здесь вот где-то... Вот он. Ага, не могу, ладно. Давай. Вот прогрузка шредеров, вообще швейдеров или... Блин, я не могу выговорить это слово. Нету, и вот такая вот хрень у меня. Поэтому собираю деньги на видеокарту. Желающие помочь, пожалуйста. Буду рад даже рублю, но реквизиты внизу, ссылки по описанию. Там вот у меня, где описание, там ссылка на реквизиты. Давай. А, надо днем, что ли, или что? Ну-ка, давай днем посмотрим. Ну. Вот единственное, что... да. Легко запоминается день, ночь, как она-то все эта хрень управляется. Ну, поговорим давай. Давай наливай. Поговорим. Эмильда Рейс. Эмильда Рейс меня прислал. I'll be...
Ха, да неужели, небось так и возится с своим улучшением для метлы. Однажды я попыталась помочь ему, но он раскритиковал мою технику полета, и на этом все закончилось. Какая наглость. Так значит, теперь он хочет вернуть тебя в свою дурацкую затею с метлами? Интересно. Или до него дошло слухи о ваших, хрен знает чего, до ваших клоп-тоном выкрутасах на уроке полетов? Ха-ха. Все было не так. Ты просто завидуешь, это неинтересно, потому что она может обидеться, и это действительно будет прямое оскорбление. Поэтому пойдем издалека, нежно. Не стоит хамить, потому что будешь хамить, в рыло получишь. Не знаю, что об этом говорили, но получишь. Так, хрен знает, расскажи это кому-нибудь другому. Все знают, что эти занятия нужны только новичкам, хулиганам и неуклюжим слюнтяям. Но почему-то остальные уверены, что ты станешь мне серьезным конкурентом. Может, мы и правда конкуренты. Ты ведь даже и не из Слизерина. Это все равно, что Сквиб. Хватит болтать, есть только один способ узнать, кто из нас лучше летает. Гонки-то не мой конек. У меня в этом маршруте один из лучших результатов. Посмотрим, можешь ли ты с меня победить. Слизерин против Когверна. Давай, что это за маршрут, мне интересно знать. Можешь рассказать мне больше об этих маршрутах? Немного отстаешь, пятикурсник. Ладно, постараюсь тебе подстроиться. Этот маршрут постоянно держит напряжение, нужно заранее рассчитывать скорость и высоту перед каждым нажатием. Так, на других ты испытаешь свою выносливость, всего три маршрута разобраны. Три маршрута, так, после того, как Блэк отменит Твич, остались только гонки, и мне удалось вдохновить в них, вдохнуть в них новую жизнь. Все понятно. Давай, покажи, что ты умеешь. Без проблем. Гонки — это не мой конек, реально говорю. Иногда я просил даже, чтобы гонки за меня проходили другие люди. Ой, Готика 4, у меня даже там гонка есть, видео у меня есть, и там есть гонки. Где я с пердячим паром побеждал в гонке, это не мое. Хоть я знаю технику, но я ненавижу гонки. В реальности я люблю гонки, но гонки люблю такие, знаете, осень и весна, когда легковые или грузовые по грязи гоняют. Я даже не знаю, как это называется. Ой. Подожди. Блин, ну-ка. Вот почему я ненавижу гонки. А чё, уже все? Подожди, блин. Нет, назад. Даже я со своим умишкой понимаю, что это не так. Мне как надо? Мне надо шары лопнуть или кольца пролететь? Кольца. Потому что кольца-то уж я могу пролететь. Я думал, надо эти шарики собирать. Давай. А, по потоку ветра, вот шарики что расставлены. Это поток ветра. Ребят, кто любит гонки, это для вас. Ни разу не попал.
brilliant. Ну даже не знаю, 36-37, ну это мое время, ну хрен на него. Blast. Лучшее время, ну давайте попробуем, я не знаю, можно попробовать еще раз или как, или тут, теперь это понял, в чем заключается суть. Суть не в этих шариках, суть в том, чтобы пройти. Шарики это просто когда дают ускорение, как я понимаю, и придают тебе скорости. То есть шарики эти не обязательно. Они обязательны для тебя, если ты хочешь вообще быстро пройти. Если просто пройти, но они не обязательны. Ускорение дают. Блин, сейчас оправдываться, блин, так неудобно. Простите меня, не корысти ради. Да на ботинке только не взблюдь, потому что у тебя скорость-то была хорошенькая. Приятно знать, что я по-прежнему лучше всех. Ну как, хочешь попробовать еще раз? Конечно, вот сейчас ты. Сейчас я уж понял. Я готов, жду тебя. Итак, три трассы. Я понимаю, что у нее время поставлено, и я соревнуюсь сам с собой. То есть мне не надо с ней соревноваться. Мне надо быстрее времени пройти, которое обозначено. This is rather fun. Блин, путаюсь в кнопках, ничего страшного. Это мою скорость заряжает. Давай, 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 давай. Твою ж мать! Excellent. Ни хрена не так. Еще и не до конца, блин. А! Господи, я думал. Прошу прощения, я думал, это все последнее кольцо. Все. Три трассы. Первую я прошел. Блин, я думал, все. Разочаровался, бросил, все, думал, ну все, ну ладно. Первый раунд за мной. Дамочка, получите хук с левой. Ну давай, прогружайся, господи. Пардон. Пардоньте. Как так? Это явно жульничество. Ты не... Ох, ладно, победа за тобой. Но не думай, что на этом все. По одной гонке нельзя судить о том, то, что умеет. Да брось, конечно, моя победа говорит о многом. Могло быть и хуже, но тебе еще придется показать себя, если хочешь заслужить мое уважение. Ладно. Challenge accepted, then. Считай, вызов принят. Может, у тебя и впрямь талант. Посмотрим.
Вторая трасса. Get your hopes up. Господи. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. Сейчас я понял, что надо до упора блин, пока в скалу не врежемся, как это, в американских, в американских фильмах. Самолет влетает в скалу и бах! В следующий раз посмотрим, не была ли твоя победа просто случайностью. Посмотрите, я пока бубнил, там все равно своя реплика была и итог. Вернись к подиуму, чтобы бросить вызов другим гонщикам и подняться в таблице лидеров. Давай! I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Вау, минута 32, да ты охренеть. Честно сказать, я даже не знаю, как я. Она сказала про три трассы. Ни хрена, вот тебе. На все три-то я точно не пройду. Ой, в смысле, как этот, как первый там. За полторы минуты. Да ты чё, сдурел что ли? Болезный. Твою ж мать. Ну-ка давай еще разок. Лучший результат. Made it. Ну, это, конечно, не первые в гонке. Ну, да и хрен с ним. Кстати, у меня два болельщика. Кто узнает их, пишите в комментариях. Кто у меня болельщик под номером 1, кто болельщик под номером 2. Есть болельщик под номером 3, но его доставать надо. Он где-то шарится. Рыжий такой. Молния, так. А, вернитесь к Калибу. А, все, мне уже можно возвращаться. Давайте вернемся, посмотрим. Может, он мне даст денежку. Уж больно я загорелся вот этим самым столом, который мне на халяву что-то должен варить там. Давай. Вперед, вперед! А я успеваю за вас, мои дорогие подписчики. Да, рабочий день выдался тяжелым, поэтому надо расслабляться. А усилений у нас в жизни мало. Жизнь короткая и усилений мало, поэтому за вас. Между заданиями вы можете определить новое снаряжение, продать лишнее торговцам, и вы повысить вместимость своего текущего снаряжения, проходя испытания медленно. Вот я про что говорил вам. Проходя испытания медленно, вы да повышаете свою эту. Давай.
вместимость, то есть новые плащи, можете, допустим, не два плаща уже носить, а два, это, допустим, 4-5 плащей носить, чтобы продать их потом в итоге-то. А то мне приходилось, пока не записывал, приходилось продавать плащи, ходить заново по тем местам, спускаться в подвалы. Report, так, мистер Рик, удалось установить рекорд на метле. Мне вот рекорд нисколько не интересует, давай. Это только тебе интересно. Мне удалось установить рекорд на метле. Incredible. Невероятно, мисс Рейн должна быть в шоке, поделись впечатлениями о метле. В целом неплохо, хотя ее порой мотало стороны, да, и скорость была. Надо сказать, что иногда на поворотах ее немного заносило влево, а при резком уходе вниз слышался шум. О, благодарю, именно это мне и нужно было знать. Заносит. Ага, сейчас же приступлю к работе. Ну, смотрите, вроде неплохая, да? И тогда даже самые закоренелые скептики будут вынуждены признать меня. Кто сомневался в вас? Мне интересно, кроме бабы вот это еще. Кто сомневался в тебе? Кому ты нахрен нужен? Ну, реально, кому ты нужен? Торгуешь, торгуешь. Что есть, тем и торгуешь. Нету, не торгуешь. Но вы удивитесь, что люди ужасно консервативны. Беспокоятся, что вмешательство, то, что, по их мнению, и так нормально работает, может только навредить. Такие люди не ценят чувство свободы, которое дарит полет на качественной метле. Им наплевать на творческий процесс и все, что с ним связано. У моего друга в Риме тоже магазин. Говорит, там дела обстоят еще хуже. Как я понял, проблема в том, что после обеда итальянцы предпочитают дома сидеть. А где бы мы были без усовершенствования? Я хочу сказать, представьте, это Эллиот Смуттейк прислушивался бы к скептикам. На всякий случай, говорю, итальянцы, они во время обеда, они сидят дома, они не работают, хотя они трудолюбивы, но они не работают, потому что там жарище, там жара, давит они. И у них фиеста, то есть они сидят дома, ни хрена не делают. Работают утром, пока солнце еще не в зените. И когда солнце уже к закату, то есть когда жара уже немножко спала, и они начинают тогда работать. Вот. Ну-ка, давай, а ты можешь мне это усовершенствовать? Ну-ка, давай, ты мне можешь усовершенствовать? Нет, не можешь усовершенствовать, ну ладно. Rebellion. Ой, когда я научусь замки эти срывать нахрен? Они мне столько жизни портят. А, кстати, вот это тоже интересно. Incendio. Expelliarmus. Давай. Хрен там. Ничего не работает. Rebellion. Грёбаный замок. Кстати, я прокачал её, чтобы она насквозь пробивала врагов. И у меня есть одна небольшая идея. У меня есть два испытания Мерлина, которые я не мог пройти, потому что у меня не было лепестков этой мелиссы или чего-то. Но я запомнил, где они находятся, это карта мира. Вообще не здесь. Вот они. Вот смотрите. Давайте я телепортирую сюда. А потом пройду оттуда. Там был лагерь, не знаю, бандит. Ну, да, назовем их бандитов. Давайте посмотрим, на что способны, как сказать, испытания Мерлина. Потому что вот в этой деревне, куда телепортируюсь, надо было притараканить камень через мост куда-то там, через тележку я тащил этот камень. Простым заклинанием просто... нацеливаешь и бьешь. Испытания это своего рода, как сказать, простые. Кстати, хочу сказать по поводу испытаний Мерлина. Если вдруг вам понадобится куб, который надо притащить на определенную платформу, посмотрите, что нарисовано там, допустим, левитация, либо огонь, либо еще что-то. Вот. Вот здесь вот получается испытание Мерлина. Вот здесь вот берешь.
Вот там появляется где-то, где? А, вон там появляется шар, и тебе надо катить его вот так, вот так, вот так, через тележку выкатывать, и туда его нахрен. Там яму увидите за поворотом. Ой, не то нажал, прошу прощения, но ладно. Все равно к карте выйдем. Вот эту пещеру я пока не могу, потому что мне, как я понимаю, надо так логово. Не знаю, кто такие живут там. Ну, воду я пока не могу заходить, потому что там надо нырять. Это по-любому. Поэтому вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, прогружайся. Я так уверен, что дальше по ходу следствия. По ходу следствия. Выражение, блин. По ходу прохождения. Я научусь нырять. Потому что в воде как еще по-другому-то быть? Ну давай. Вот реально ты теленок нахрен. Вот так. Давай. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. А теперь ищем, что произошло. Ревелио. И что это за камень? Я что-то не понимаю, что это за камни. Ревелио. Что с этими камнями делать? Так, ладно, давай посмотрим. Так. Какая-то хрень должна быть рядышком. Ревелио. Так, ладно. Это что? Букашки. Блин, букашки, букашки. У нас что на букашек есть? Репаро. Так. Репаро. Да что ее мать-то? Лумос. Так. Есть предположение. Ревелио. Так, ладно. Где-то что-то еще должно быть, еще букашки эти. Кстати, Ревелио можно это прокачать, и тогда область захвата будет больше. Ревелио. Так. Сундук. Лумос. Пойдем. Отведем эту машкару вот сюда. А еще третий камень.
Ревелио. Так, ладно. На другой стороне. Кстати, машкара может быть тоже на другой стороне. У меня такое чувство, что я где-то видел машкару, нет? Ревелио. Где эти жуки? Это далеко слишком. These rocks have seen better days. Там какая-то пещера, ладно. Подожди, это мы потом придем, посмотрим. This could prove dangerous if I'm not careful. Ревелио. Так. Так, там нету. Где-то с той стороны, значит, должны быть. Давайте посмотрим. Ревелио. Ну давай, где машкара? Ревелио. Пока. Lumos. Так. Давай. Вот еще одно раскрыли, блин. Это тайное хранилище. Ой, я не знаю, как это. Прокачали себя, короче. Он дает, я не знаю, как они дают ячейки, но вот эти штуки, они дают ячейки для того, чтобы одежды больше было, мог с собой больше брать, ходить, продавать, ну и так далее. Так, у меня где-то там я видел. Вот только где? Ага, вот он. Репаро. Так. Ревелио. У нас все есть. Ревелио.
Так. Минутку. Давай, проходи. Почему я не собираюсь? Скорее всего, из-за... Как правильно сказать? Баг, не баг. Данного предложения из-за видеокарт. То, что она не прогружает. Если правильно быть. Где-то что-то, короче, смотрите. Это бабочка, я не знаю. Подождите. Вот он. Ревелио. Собрать. Местные жители говорят, что эта салфетка была оставлена в память о любимом домовом эльфе, который мечтал однажды надеть ее. Господи, какой бред. Так. Repairer. Lumos. Блин. Revelio. Ну давай. Какие-то бабочки тут. Ревелио. Я как понимаю, гусынь надо ловить. Акион. Ревелио. Так, большой мир. Акион. Incendio. Ревелио. Понятненько. Давайте смотреть, что у нас по основному заданию. Хотя вот смотрите, испытание медленное. Испытание медленное — это головоломка, создана медленно во время его учебы в Хогвартсе для развлечения. Вот так, ладно, это я потом сам займусь. Но я говорю вам, реально, занимайтесь вот этими мерлинскими штучками, потому что они прокачивают вашу одежду, так скажем. Ладно, хрен с ним, одежду пусть будет. Задание. Карта. Так. Давай. Смотрим, что ты мне предлагаешь. Кстати, у меня есть печеньки интересные, такие вкусные. Вкусные печеньки. Еще и грибной суп. Вот грибной суп-то, да. Зимой грузяночки поесть. Подсказка. Может помочь найти решение сложной магической головоломки. Бывает, да. Допустим, как плюй камни. Ну, слепой только не видит камни. Там надо их подтягивать к себе. Легко и просто, как рулон Бикроста. Встретись с Себастьяном. Встретился. Поговорить. Говорю. Over here. Сейчас тебе такой хим покажу. Давай, говори, что хотел.
Себастьян. Краб. Который в русалочке нахрен. Интересно. Молчишь, хомяк? Нельзя. Нельзя так с людьми. Какое число сегодня? 16? 15? 15? Себастьян. Себастьян, давно не виделись. Действительно, хорошо, что мое сообщение тебя достигло. Мне нужно тебе кое-что показать. Прежде всего, хочу поблагодарить тебя, конечно. Пыталась меня наказать, но я умею выкручиваться из подобных ситуаций. Ты взял вину на себя, это дорого стоит. Получилось? Да, но кое-что не хватает, и я уверен, что нам стоит обсудить это здесь. Обсуждать это здесь. Я согласен, давай продолжим наш разговор в крипте. О ней никто не знает, даже преподаватели. This way. В тенях крипты. Revelio. There's a secret passage just here. It's well disguised. Крипта. Давай, входим. И заклинания знаю, господи. How did you find this place? Как ты нашел это место, мой друг? He named it the Undercroft. Он назвал это место криптой. Gobstone's here all the time. With my sister. And she loved that. С камнями играли. Так, понятно. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you. Лишь разок не проиграй. I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, понять и простить, понятно, he хранить тайну эту. But he's trusted me since the day I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Минутку. Какая-то ерунда. Revelio. I think I've seen Ominous Omniniksom виделись на уроках зельеварения. Витрология, я заметил, что палочка. Ну, что-то было так, да. Теперь только я не представляю, каким образом у Омникса врожденная хрень, знаешь что. Его палочка, кажется, обладает особенным собственным разумом. Впрочем, меня это не удивляет. Это она помогла ему. Нет, ему кто-то из родных рассказал. Марксов полно всяких тайн. I've never heard. Я никогда не слышал о ней, ни от кого другого, и никогда больше здесь, никого больше здесь не видел. И ты никому не говори, что был здесь, особенно Онимису. Он не питает теплых чувств к членам своей семьи с их секретами, но это место ему по-настоящему дорого. Хорошо, но почему Онимис не питает теплых чувств к своей семье? Его родственники со стороны отца, прямые потомки Сазалара Слизерина, одного из четырех, кто основал эту школу. Они одержимы чистой кровью, но во всяком случае большинство из них. В общем, крипта идеально подходит для того, чтобы спрятаться от посторонних глаз и даже попрактиковаться в запрещенных заклинаниях. Правда? Каких, например? Можно попробовать взрывающее зелье. Преподаватели считают, что оно не для учеников. Хорошее магическое образование должно включать все виды. Я полностью согласен. Такие заклинания, как Конфринго, опасны только для неумелых волшебников. Не нужно ничего запрещать, надо просто учить как следует. Честно говоря, я предпочитаю магию, связанную с огнем. Пиромант. Но тебе стоит освоить его. Я научу тебя, здесь это будет безопасно. Ох ты! Не торопись, здесь нужна привычка. Повторяй за мной, мы движение палочки, само заклинание Конфринго. Well. Хорошо. Давай! Зорро! Зет! You're getting it. У тебя получается, попробуешь его в деле.
Stick to the targets, though. Так, назначьте новое заклинание. Так. А какое оно? Реально, какое оно? Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a confringo cast travels a bit farther than that of a... Взрывающееся заклинание. Ага, взрывающееся. Подожди. Все, понял. Вот так вот. Expelliarmus. Не, подожди. Вот так. Confringo. Nice work. How's it feel? Я так и думал, кстати, что... That's it. I think I've got it. Несколько заклинаний надо, да, именно такие бахать. I have to say, надо признать, мне понравилось. Мы с Ониксом себе брови опалили, когда только начали учить заклинания. Хотелось бы мне на это посмотреть. Я думал, нам никогда не про это не забыть. Но в этом заклинании до сих пор есть нечто неприглядное. Я думал, нам... Так. Давай, мне бы лучше помочь таких заклинаний. Тебе предстоит узнать еще много интересного. Годами я осваивал здесь подобные заклинания. Даже Анна и Омикс знают об этом далеко не все. Давненько я не приходил сюда. Без Анны здесь совсем по-другому. Очень жаль твою сестру. Хотелось бы мне чем-то помочь. А может, пойдешь со мной, когда я в следующий раз отправлюсь в хрен знает куда? Познакомишься. Just let me know when I'll meet you. She misses Hogwarts. Она так скучает по Хогвартсу, она вынуждена оставаться дома с нашим опекуном, дядей Соломоном. Увы, с ним тебе тоже придется познакомиться. Ничего страшного. Познакомиться с новым учеником как раз то, что ей нужно. Буду ждать с нетерпением. Отлично. Кстати, о чем я тебе не хотел говорить со мной в зале? Говори теперь. Даже не знаю, с чего начать. По твоим словам, в находке из библиотеки чего-то не хватает. Как это связано с Рикен Руквудом? Он ведь вовсе не принял тебя за кого-то другого в Хогвартсе, правда? Вижу, тебя не проведешь. Ладно, расскажу тебе, что знаю. Руквуд и Ранрок считают, что у меня одна вещь из сейфа в Гринготтс, хрен знает где, и попытаются ее вернуть. Из Гринхсата. Мы с профессором Фигом очутились там после попадания дракона. Попали случайно через портал в Гринхсате. Ну, это немного запутанная история. Я тебя внимательно слушаю. You must promise to keep this between us. Я правду, короче, решил рассказать. Я все же рассказал тебе о потайной крипте. Ты тоже можешь мне довериться. Ну хорошо, скажу, я вижу следы древней магии. Древней магии? Не знаю, чего именно я ожидал, но точно не этого. Что это вообще за древняя магия? Честно говоря, толком и не знаю. Я могу различить шепот древней магии, которые не замечают другие. Мы с профессором Фигом думаем, что Ранрок научился каким-нибудь свойствам. Хочешь сказать, что гоблин способен владеть магией волшебников? Именно это мы и пытаемся выяснить. А эти твои способности, благодаря им, ты тоже можешь использовать эту магию? Ну, я даже не знаю. Что ж, сообщи, когда узнаешь. Я давно занимаюсь изучением архивных форм магии. Может, вместе мы разберемся. А пока не помешает уделить немного времени взрывающемуся заклятию, раз уж за тобой охотится Рукут и Ранрок. Можешь оставить здесь столько, сколько нужно. И помни, никому не рассказывай об этом месте. Ас, почему вас стоит вообще зубы? Пришлю тебе сову. Давай, выйти. Нету блуждающего огонька. Хотя уверен, он... комната будет подсвечена. Так, теперь хочу переместиться в одно из мест.
Так. Минутку. Эй, я тебя слышу. О, привет, Томикс, да? Кажется, мы вместе ходим на зельеварение и травологию вроде. Знакомый голос, я слышал, как ты говорил с Хагридом Уизли на уроке зельеварения. Ты тот новый пятикурсник. Ты что, только что вышел из крипты? Как туда попал? Она мне случайно попалась. Ah, well, I was exploring, and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie. Не ври мне, никогда не сможешь занести туда случайно. Это Себастьян тебе рассказал. Sebastian told you, didn't he? You breathe. Скажешь кому-то хоть слово об этом месте, и даже твой драгоценный профессор Фиг тебя не спасет. Мой отец дружит с директором, и я не потерплю использовать свои связи, если... А, я не постесняюсь использовать свои связи. Trust me, Ominous. Честное слово, Мисс, я не скажу ни слова. И Себастьян хороший друг, не надо сразу думать о нем худшее. Меня не интересует твое мнение о моем самом древнем, давнем друге. Спасибо большое. Омикс, я знаю, что ты хочешь сказать. Себастьян уже и так вляпался, обойдемся без твоей помощи. Какой злой, маленький злой гоблин. Так, карта... Ладно. Ревелион. Так. Идем наверх. У ведьмы мы уже все собрали. Открывайся, Сезам. Так. Ревелион. Задание. Нет. Так, изучите проклятие вместе с Себастьяном. Что-то не совсем понимаю, конечно. Ну-ка, давайте вот так вот сделаем. Сохранимся и загрузимся сразу. Это какая-то ерунда получается. Так. Может, у меня и прогрузится, а то я чувствую, что у меня что-то не прогружается. Ну, что-то я не понял. It can be used to levitate objects for a short time. А, доступно новое задание. Так, задача профессора, так, раздобудьте ядовитую тентакулу, используйте ее в деле, раздобудьте. А, управляемый Лавиоса, кстати. Испытать ее в деле. Так, но мне нужна карта. Нет, не южное крыло. Вот сюда хочу телепортироваться. Для начала. Не знаю, конечно, что мне даст. Надо зажечь несколько вышек. А я так и думал, что это взрывчаткой надо
сделать. Сейчас попробуем. Если получится, то вот такое дополнительное небольшое задание или квест мы, так скажем, обнаружим. Вот. Ну, вы не можете войти, находясь вверху. А как мне еще? Охренеть. У меня просто нет слов. А как, подожди, если я верхом не буду, то как? На птице какой-то, что ли? А, и так можно. Все, понял. Тогда я знаю, где еще одна есть такая. Она находится в башне, там где-то высоко. Сейчас, подождите. Южное крыло. Нет. Нет, это... Пристроить башни. Нет. Большой зал. Тоже нет. Вот, да, недалеко от зала трофеев находится. Если действительно это так можно собрать, ну давайте соберем тогда. Не знаю, правда, сколько таких огоньков. Я только два увидел. Один вообще вот это случайно, и второй тоже случайно, потому что уже он выделился у меня, когда я по лестнице бежал. Это вы можете видеть в предыдущем видео. Так, мне надо вниз. Ревелио. Где-то. Вот она. Забрал. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. А я, наверное, пока небольшие задания выполню. Пока.